Ну что, ребзи, не прошло и нескольких дней, как мы уже снова с чемоданами выдвигаемся в путь. Сегодня мы едем в Кемер, в деревню Бельдиби. Там нас ждет неделя отдыха в отеле Риксос Бельдиби, собственно. Вот, трансфер за нами уже приехал, так что мы выдвигаемся. Да, пупс? Загорать в ближайшие дни нам придется осторожно, потому что, как обычно, по приезду мы немножко подзапеклись. Вот. Поскольку здесь шпарит прям очень душевно, хоть мы вроде и мазались, но да, и не лежали там по полдня под солнцем, так чисто вышли, пока там после купания 5 минут, но все равно подобуглились мальца, поэтому несколько дней воздержимся, будем под зонтиком сидеть, но купаться, естественно, везде будем. Так что будьте осторожны, тут без средств от загара вообще выжить невозможно. Многие игнорируют, а потом приезжают лечить, как оно, меланома называется, да? Вот, нам врач, наша невеста, врач-онколог уже рассказала, что много таких людей бывает. Так, семейка блогеров выдвигается в новое путешествие. Вот наша машинка. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы начнем записывать наш обзор на замечательный отель под названием Риксос Бельдиби. Мы, кстати, когда сюда собирались, я не нашел толком ни одного хорошего прям видео с хорошим звуком и с хорошим качеством картинки, поэтому постараюсь сделать для вас максимально полезный и красивый видосик, чтобы можно было посмотреть и понять вообще, что за отель. А номер покажу чуть позже, потому что сейчас мы проснулись и надо идти срочно на завтрак, нас там уже ждут. Поэтому сначала покажу завтрак, а потом территорию, сам отель, номер и останется у нас обед-ужин, естественно. Так что поехали, пора на завтрак. Папа. Да, котик. Кстати, чего? Ты кое-что не сказал. Ну, давай говорить, что я не сказал. Так это же еще целый рассказ, пупсик. Я вчера получила в Риксе-клубе детском фото. Пониже, пожалуйста. Третье место за игру «Музыкальный стул». Да. Игра такая детская. В общем, раз уж так сложилось. Третье место. Кстати, она настоящая железная. Настоящая медаль. Ага. И написано «Риксе-клуб». Угу. Молодец, пупсик. Это говорит о чем? О том, что в первый же день наша Женя записалась на все занятия в детском клубе. Ну, не на все, пап. Ну, на которые мы успели, мы же после обеда пошли. И уже везде там поучаствовала, и дали ей медаль, и сегодня она опять пойдет. Это все говорит о чем? О том, что этот отель отлично подходит для семейного отдыха. И есть где детям есть где друг с другом поиграть, порисовать, что-то поделать. И там куча анимаций, занятий, в общем, танцы. И там по воскресеньям дискотека, на которой я эту медальку и выиграла. Почему? То разве только по воскресеньям? Да. Каждый день, Жень. Ну да. Так что сегодня тоже пойдешь. Пошли на завтрак, пупсик. Ну вот, ладно, так и быть, пока идем, чтобы зря не ходить порожняком. Снимем немножко обзорчик коридора. Очень полезная информация. Ну а что?
Вот, например, потолок невысокий, но места достаточно много. Мы, поскольку лютые спортсмены, иногда ходим пешком по лестнице. Вот, поэтому мы привыкли просто на четвертом этаже без лифта жить. Поэтому что нам стоит пройти тут всего какой-то 1-2 этажа? Это вообще ни о чем. Да, Женька? Ну, ладно, холл показывать пока не буду. Потом вам все покажу. Пока мчим на завтрак. Не твоя подружка, нет? Женька тут уже вчера со всеми, кто был в Рикси-клабе, познакомилась. Ну, твоя подружка Ксюша уже выезжает, да, говорит? Да. Ну ладно, приедет кто-нибудь еще. Приступим к обзору нашей столовой. Я бы так сказал, не побоюсь этого слова. Значит, тут сначала идут супчики, потом идут приправы в эти супчики. Можно добавлять зеленушку, лимончик, фрукты. Фрукты. Потом идут всякие хлопья, мюсли, овсянка, шоколадные хлопья. Давай. Потом идет отдел с булочками, хлебами. Потом здесь есть мед, куча оливок, овощи. Пожалуйста, что хотите, в любом объеме. Можно брать, кто любит зеленушку, петрушку с утра и огурчик. Здесь какая-то штука, какие-то напитки. Соки свежевыжатые, да. И еще немножко фруктов. Так. О, кстати, сэндвичи прикольные. А это что за добавки? Тертые орехи. Да? Прикол. Че, возьмем тарелочку, начнем что-нибудь себе уже накладывать. Я думаю, возьму сэндвич. По-любому. Один. Надо же все попробовать, самое главное. Это я так понимаю, что не то сырничек, не то что. Посмотрим. Оладушки все, я так понимаю, быстро разбирают. Тут суджук, я так понимаю. Да, суджук, жареная колбаска. Тесто жареное в масле что-то. Так. Яйца вареные. О, это тема. Яишенка болтунья. Нормально, можно взять. Яйца — это очень хорошо на завтрак. Нам надо много белка. Молодой растущий организм. Так, к ней тоже куча всяких добавок. Какао. Вот то, что я хотел. Это попробовать. Ой, блин. Попробовать мелемель. Легенда на турецком столе. Это омлет менемен. Там, потому что, видите, куча всяких добавок, помидорчики там туда-сюда. Все очень вкусное. Вареные овощи. Так, поехали дальше. Ага, здесь у нас всякие разные йогурты. Жирненькие, густые, традиционные, всякие разные. Фруктовые, без всего. Ну, рыбки всякие, колбаски, это я люблю. Но рыбу, наверное, соленую нет, а вот колбасу, это точно да. И всякие мясо. Это прям то, что надо. Всего по чуть-чуть можно набрать. Чуть-чуть того, чуть-чуть всего. Личинка. Это, по-моему, из светлой, либо из курицы будет, либо из индейки. Скорее всего, потому что свинины-то нету. Ну, в отеле, может быть, конечно, и занесут, но не факт. И всякие бутербродики, сыры. Сырный уголок.
Можно вот такой бутер с печеными помидорами взять. Большой. Ну, сыр это клево, обязательно тоже возьмем. Немножко того, немножко всего. Есть такие вафельные корзиночки, сухофрукты, печеньки, мед для фанатов. Можно взять, например, ну, творог я вроде там не видел, в полном таком смысле слова. Хотя, ну это типа как совсем молодой сыр или сыр-творог. Вот, можно его залить сверху медом. Но инжира свежего нет, еще бы инжира свежего туда, мед, и вообще было пушка. В принципе. И уголок для любителей сладенького. Шоколад, варенье. Да, Пупс? Там где-то есть соты с медом. Да, есть, я видел. А тут видишь, сколько варенья и сладкого всякого. Смотри, шоколад есть. А что еще есть, Жень? У меня будет, завтрак из шоколадных хлопьев. Да? В общем, для любителей сладенького тут все, что хотите. Куча всякого сыра, ну, с мясом. И так, я уже привык, что тут особо колбаски всякой не наешься, ее тут нету. Такой привычной, традиционной, которая вкусная. Тут в основном такая рыхленькая, говяжья, всякая история. Максимум что-нибудь из индейки, более-менее. Ну, тоже не совсем то, что надо. Так, ну и ладно, я думаю, пойдем. Сейчас, где мои там потерялись? Поскольку Даша взяла тарелочку только для нашего котика, поэтому... Потому что котик самый уродный. Потому что ребеночку надо держать тарелочку, чтобы она не оказалась на полу. Поэтому мы как раз второй ходкой, сейчас вам допокажу недопоказанное, как раз... Мораль всей басни такова, что покупайте GoPro, только собираетесь заниматься дайвингом без чехла в холодной воде, кататься со снегоходом и так далее, потому что она греется безбожно. Вот я несколько минут снимал, пришлось снять медиамод, соответственно, моя петличка больше работать не будет, потому что ее не подключить напрямую. И будем снимать как есть, в общем, я больше на нее хлобучки никакие надевать не буду, это бессмысленно абсолютно. В общем, покажу вам, значит, еще разок у нас сырный ряд. А вот этот рыхлый не хочешь попробовать с маслом? Ты-то мне эксперименты ставишь, да? Ну, вот чисто маленькую ложечку, и я у тебя тоже слизну и попробуем, что это такое. У меня масло, конечно, это не очень. Судя по всему, еще и с чем-то спичем. Может, и со специями, да. Здесь вот просто сырок. Как понятно. Бы, без проблем. Просто сырок светленький, желтенький. Значит, стаканчики. Есть сачки. Вишневые, яблочные, персиковые, лимонадики. Пивасики можно хлопнуть. Газированная вода. Чайники с кипятком. Свежевыжатый апельсиновый. И автомат с кофеем. Горячий шоколадный. А? Я буду, да, капучинку. Так я камеру-то уберу, я же не буду с ней ходить. Ты мне капучинку сделай, пожалуйста. Тут у нас, смотрите, куча котиков. Они тут везде, вот, и беспредельничают. Лазают, тут, понимаешь. Слышь ты, блохастый. Ты чё тут, а? А у мамаши там кормёжка утренняя. Все котаны. К ним пришли. У них тоже завтрак, Жень. Да? У котиков тоже завтрак. Вот, они вот по видите, столу какой? Ходят, вилки грызут. Какой свин по столу ходит. Они еще в тарелку лапами залезали. Ну не в твою хоть? Нет. Там один котенок пополз по моему полз по спинке моего кресла. Я вовремя его заметила и отогнала. Он у меня из тарелки хотел. Папа. Ну, потому что я не хочу за ушко идти. Полосатый прикол. Мне уже лень. Короче. А, смотри, тут даже мамаша по столу ходит. Да. Беспредел. А кто из них мамаша? А, вот, которая побольше. Вот эта вот большая. Это одноглазая, которая. Помнишь, одноглазая? Вот, это ее все котята.
Может, лучше внутри здесь все-таки? Там бог меньше. Боишься, в общем, ребята, GoPro в качестве влоговой камеры — это полная шляпа. Каждые 2 минуты она вырубается, поэтому на нее никто не снимает. Я еще думал, а почему ребята одни известные своим ходом сначала ее показали, что они ее купили, но в итоге продолжают снимать на свою старую Соньку. Потому что им материал надо снимать, они не должны думать, что у них там через 2 минуты камера вырубится в самый нужный момент. Вот так надо 3 покупать. 3 и с собой носить. Да, брать 3 штуки и по очереди по 2 минуты на нее снимать. Пока последняя перегревается, предыдущая уже остыла. Ну, короче, чушь полная, она только для экстрима, видать, на лыжах горных в снегах кататься. Там она не будет перегреваться. Нет, в минус она нормальная будет как раз. А вот мы сейчас на жаре, поэтому тут вообще она не выживает никак. Даже перегрелась в помещении с кондиционером, потому что на ней был медиамод нацеплен, и она сразу сдохла через 4 минуты. И мы тут едим в основном... Ну, не в основном, пока что мы едим только на улице, чтобы, типа, якобы тут тихо, спокойная атмосфера. Но по факту мы имеем то, что здесь 1 000 000 котов, которые везде шастают, прыгают. И Женя не может спокойно поесть вообще, она не ест, она только гоняет котов и смотрит, как они что-то делают. Смотри туда, там кот, а смотри вот этот кот тот. И не ест ничего. Да, котик? Ну, а что, я правду говорю. Не бузи, кушай. Ну вот, а я взял, значит, немножко освежиться, дыньку, бутербродик. Будь здорова. Вот, видите, приехали отдохнуть в жару. Ладно, ничего, пройдет. Ребенок простыл под конец. Значит, 2 вида яичницы, чуть-чуть сыра. И вот это, я не знаю, то ли сырник, то ли что-то, короче, похожее на сырник. Но я не уверен. У них творог был похож на... Кыш отсюда. Максимум творожный сыр или йогурт просто. Ну, что-то такое. В общем, колбаска, ветчинка, кофеек. Может быть, еще схожу что-то возьму, потому что завтрак долгий. Твой минимен — это моя яичница с помидорами. Да, так я говорю, там просто на самом деле домашняя еда, когда у человека все хорошо с готовкой в семье, да? Это тебе комплимент, если что. Ну вот, то дома настолько офигенно, что у тебя обычный, как бы, ну, тут это режим столовой, это не то, что тут ресторан. Тут есть отдельный ресторан, но он в цену не входит, это надо оплачивать отдельно. А так ты понимаешь, что, блин, да у меня дома вообще роскошно все. Мясо мягчайшее, вкуснейшее и так далее. Поэтому, ну, так-то гуд, все. Вообще, претензий нет. У тебя есть претензии? Женя тоже все нравится. У меня есть претензии к маме. В общем, аккумулятор, хоть он и этот, как он называется, короче, усиленный аккумулятор GoPro. Нет, господи, слово вылетело из головы. Увеличенной мощности аккум, как он называется? Эндура. Вот, хоть и аккумулятор Эндура, но по факту такая же дура, как и все остальное, поэтому я вижу, что он тает на глазах, заряд. Очень сильно садится батарея, быстро, любая. А китайские вообще просто за минуту они... И все. Поэтому мы будем завтракать, потому что батарейка все равно сейчас кончится. Кто будет, а кто уже позавтракал. А потом мы будем обедать. Не, на самом деле у нас будут тут всякие движения, кто-то йогой занимается. А, тут же занятия с тренером. Да, и йога, и... Так давай мы тебя отправим куда-нибудь на спорт. Кроссфит. В тренажерку пойдешь со мной? Мелкий получил, улетел со стола. От мамаши. Кушай, деточка. А то ты тоже сейчас от мамаши получишь. Эй! Ну, в общем, я ж вспомнил, я... Покорный бубой. Ничего. Ну, с моей пяткой решил поиграть. Котенок? Ну, мелочь тут ходит. Мам, у тебя там, между прочим, между ногами два кота. Мелким скучно, им надо поиграть. Кыш, кыш, не надо, кыш, кыш. Они кыш-кыш не понимают. Вот это лучше работает.
Я пойду еще. Там под креслом один разлегся. Я же вспомнил, что есть прекрасный тренажерный зал. Я даже туда, наверное, после завтрака через часик другой схожу. До, пошла за печенькой. До обеда. Эта неделя в этом отеле — это просто сказочный подарок. Потому что здесь мы по-настоящему полностью отдохнем. Вот. Наберемся сил для поездок, в отпуске и так далее. Я послежу по возможности. Женя, ешь. Ага. В общем, это GoPro, это просто мрак полный, конечно. То есть я ее изначально брал-то не для экстрим-спорта, а мне просто картинка очень понравилась. Поэтому я ее взял для влогов. В путешествие, что она маленькая, ее с собой можно взять в кармашек, она снимает офигенное качество видео и все такое, но тот перегрев, про который некоторые иногда говорят, будь здорова, это все мелочи, то есть честно про него рассказал только на канале «Ты видеограф». Про него рассказали по-честному, что это полное дно в техническом плане, в плане перегрева. То есть картинка, да, все огонь, функции всякие классные, но она не работает. То есть более-менее немного поснимать можно без всяких навешанных корпусов, там закрывашек и всего такого, чтобы камера была сама по себе, без чехольчиков, чтобы более-менее теплообмен сохранялся. И буду ее использовать только в крайних случаях, типа вот как зайти в столовую, показать вам еду, чтобы людей не напрягать. Я же не могу тут со стедиком пойти и с камерой со здоровой. Ну вот, они офигеют вообще. Ну вот, люди же отдыхают все-таки. Поэтому с маленькой камерой я кое-как там еще похожу, поснимаю. А здесь вот на территории уже наш номер, общие планы, я уже поснимаю нормально на камеру. Во-первых, чтобы было офигительно красиво. Во-вторых, чтобы мне ничего не перегревалось. А GoPro-шку буду включать только по необходимости, там, где она реально нужна. Вот купаться с ней пойду. Тут рыбки мелкие плавают, я надену маску, буду смотреть рыбок. Ты будешь смотреть рыбок? Че, нет, что ли? Вон, у меня рыбка сопливая. Ты наелась? Я расстроена. Да ничего с ней не будет. Поправится через пару дней. У нас обычно в отпуске все нормально было, а это в этот раз. Нормально все в этот раз, просто котик немножко засопливился и немножко подгорел. Причем в неожиданном месте у ребенка подгорели икры сзади, соответственно, внизу. Подгорели, и она их еще начесала. Так что зрелище такое себе, но уже проходит, слава богу. Вот, я говорю, в линейном оно хоть снимает хоть как-то. Фу, не в линейном, а в широком. А в линейном у меня бы уже выключилось опять. Я ее выложил, просто надо сразу открыть. У меня крышки сейчас вообще нет, потому что у меня медиамод стоял. Без крышки. Вынул еще аккумулятор, вот она полежала, пока я завтракал. Подостыла, я вставил, вот сейчас можно немножко еще записать видео. Так что... Ну что, дамы и господа, не успели мы вроде бы по ощущениям только позавтракать, да, Женька? Как уже надо идти обедать, мы вот только сходили в барчик, взяли холодный кофе, полежали в бассейна и все. И опять есть, прикиньте. А у меня после обеда будет вообще рай. Да? Мне надо после обеда идти в детский клуб. И мы там будем печь печеньки. Ишь ты. А вы их есть-то потом будете или родителям принесете? Ну, еще, наверное, родителям. Да? Ой, какой вид красивый, Жень. Я не помню, говорил, нет, на всякий случай скажу, что сегодня был такой божественный рассвет, что я решил, что завтра мы расчехляем наконец-то наши фотокамеры, подберем референсы, чтобы долго не тупить, что мы будем изображать, и пойдем на пляж, проведем романтическую фотосессию, походим по бережку, зайдем на пирс, там потрясающий фантастический свет. И искупаемся заодно в этом райском море. И плюс еще с утра вообще был штиль, прямо гладенькое такое все. Да сейчас тоже. Не, ну сейчас уже чуть-чуть есть рябь такая средняя. Че ты ешь? Сливку из подарочного набора? Ой, а тут у нас, кстати, вообще, кажется, дождь собирается, как говорил Винни-Пух, точнее, Пятачок. Ну, гремит уже. Обещали грозу, и у нас гремит гром.
Посмотрим, может и дождиком польет, освежимся. То есть ты говоришь, что вот это голуби, да, звуки издают? Хорошо, а у нас тогда в лесу эти же звуки кто издает? Точно такие? Ящери, такие же, да. Родственники? Ну ладно, уговорила. Видимо, так и есть. Кто разбирается в птицах, напишите в комментариях. Даша считает, что это местные голуби такие. Ты же его видел. Серенькие, маленькие. Ну, я видел, но я просто не слышал впритык, как они, звуки какие издают. Ой, хорошо. Единственное, что я могу сказать, что я люблю поплавать, но я не супер профессионал в плавании. Давайте я тоже в кадр затну. А, ты уже ушла. Что-то аж подавилась. Ага. От восторга. Да. Короче, я не супер пловец, Даша тем более, и поэтому мы достаточно быстро устаем. У меня уже все. То есть я могу там пару раз по длинной стороне бассейн переплыть. И уже все. И ты потом выходишь и уже как бы вот такой. Поспать надо, вот это все. Может, это, конечно, старость, но вроде рановато. Короче, пора идти на ужин, что я могу. Фу, на обед. Ланч, бранч, тренч и френч. В общем, пойдем. Запишу вам видосик, на этот раз без микрофона. Там, я думаю, звук вытянул более-менее. Потому что, как я и говорил, где свет? Вот свет. У GoPro такие потрясающие технические характеристики, что как только ее в кожух какой-то засовываешь, она сразу перегревается нафиг и выключается. Поэтому без всего пойду. В самом щадящем режиме. Глядишь и запишем. Идем, в общем, обедать. Обед. Мы идем. Возьму вот и все, и весь мой обед. Начинаем охоту на еду. Потому что тут надо еще успеть. Все по традиции ночью начинается с фруктов. Дальше у нас тут баклава. Булочки. Хлеба. Булочки, пиццы. Здесь также все сладенькое. Тортики. Здесь еще вот этот самый вкусный. И в среднем ряду здесь разные виды мяса, курица, индейка, рис и т.д. То есть все примерно похоже. Это типа у меня детское меню. Всякие овощи на пару, супчик. Ну и тут где в основном охота за мясом людей идет. Короче, тут картофан, овощи, макароны с кетчупом. А это что? Сатэ из курицы. Что это? Брошено. Сатэ? А, я понял. Я не расслышал просто шум. Ты опять эту кашу решил попробовать? Да? Что, я не знаю. Тебе понравился? И хумус нормальный. Все так вкусно. А это что такое? Салат из баклажанов. О, это пойдет. Баклажаны мы любим. Турецкий клёцкий манты. Прикольно. Турецкие клёцкие манты. Пойдет. Попробуем. Грибы какие-то всякие. Это что-то очень майонезное. Больше не хочу майонезного. О, накинешь мне салатик? А вот этот вот цветной мне нравится. Подсыпь. Хорош. Сдвинь куда-нибудь в сторону. Ладно. На всю тарелку развалишь. Так, тут какие-то политки. Но непонятные. Так, это на вид то же самое. Очень ладно. Здесь такие всякие рулетики. Типа фаршированные кексы какие-то. Сейчас накину одну штучку. Наверное, нет. Сейчас я вам расскажу.
штуки. 5 рулетиков. Баклажан имеет надо взять. Слушай, я не знаю, что это. Ну, что-то на рыбную тематику. Возможно, крабовые палки. Рубленые. С тыквой. С тыквой. Ну ладно, кабачок мне накинет. Давай один на двоих. А? Один на двоих. Двоих? Ну давай. Я могу себе. Ну клади себе. А мне тогда баклажан. Баклажан я уже распробовала. Мне нравится. Баклажаны зачетные. Я все виды баклажанов взял, да. Короче, осталось что-то мясное накинуть и все. Это ее склеили из нескольких? Ну, так. Водоросли. Не хватит. Видите, даже здесь котики. Котики везде. Даже в столовом. А, пойду кофеек возьму. И можно будет обедать. Итак, дамы и господа, надеюсь, меня будет нормально слышно за этим грохотом тарелок. Значит, мы просто обычно поэтому на улице и сидели, просто сейчас там дождик, поэтому пришлось здесь есть. Там, правда, жарче, но ничего страшного, зато тихо. Итак, что ест ребеночек у нас? Огурчики, перчик, макароны, это свиное, и картошка, и какое-нибудь понятное мясо, то есть в данном случае вот у нас... Индейка. Вкусная? Вот. Только кости попадают. Кость, вот, я тебе без костей. Не, мама тебе вытащила кость. Все без костей. Там могут осколки какие-то. Там вот эти вот сухожилия бывают. А. Но... Вот, это не ешь, вот это ешь. Не самая удобная еда, так скажем. Курица проще. Можно у них не разваливать. Да. Это видела тетенек из детского клуба. Которые нянечки ваши? Ага. Ну они что видят? Значит, что взял я? Все виды баклажанов. Баклажаны такие, баклажаны рулетики, баклажаны нарубленные. Это микро-турецкие перемешки манты, клёцки, что-то такое. И зеленушный овощной салат. Значит, чуть-чуть курицы, вкусные тортики. И Даша взяла себе какой-то рулетик. Это что-то наподобие крабовых палочек, видимо. Кабачок с начинкой. Рыба. Это фирменный турецкий салатик. И еще какие-то холодные закуски. Ты помнишь, что это такое? Это салат из баклажан. А, тоже баклажан. А, реально. Короче, вот. Мы едины в нашей любви к баклажанам. Удобно, что есть лед и можно чаек охладить сразу. Или сделать айс-кофе. Чего? А у нас тем временем прогремела гроза, пока мы обедали. Сейчас еще моросит немножко. Народу сразу поубавилось на улице. Никогда не видела тут дождя. Да, мы тут дождь видели за 3 отпуска. Один раз в последний день, когда мы уезжали, это была середина октября. И вот пошел первый раз дождь. Что-то... Сегодня еще один обещают. Ты свой, да? Телефон? Еще одну грозу. Я его вообще не брал с собой. Сегодня 2 грозы обещают. Ну вот. В общем, почти никого нет, тишина. Но кто там плавает в каком-нибудь бассейне? Танцует. Там сейчас убийца. Ой, хорошо. Плотненько так покушали. Блин, надо сфоткать на камеру. Там облака прямо бомбические. Сейчас переверну. Да, сейчас ты туда зайдешь, останешься. Вот, облака суперически красивые там. Здесь, когда есть тучки, очень красиво все смотрится. А Женя у нас опять идет в Rixi Club. Печь печеньки. Печь печеньки. Ага. Сказала, нас угостит потом. Да. Если там можно будет. О, ну вот теперь по ощущениям питерская погода. Да, как у нас летом примерно, ага, по температуре. Посвежело сразу. Я сейчас скажу, что уже сильно купаться не хочется. И так хорошо.
сейчас просто гулять. И не потеешь, кстати. Ну, тут слежу. Сейчас градусов 20. Написано, что 29. Нет, по ощущениям 23 где-то. Ощущается, как 33 напишешь. Да ну, это не обновилось. И вот бассейн, в котором, ну, по крайней мере, вот в нижней части вообще никого, там в верхней части 3 человека плавает. И горы невероятной красоты. Еще я не знаю. С жирными тучками, с облаками. Считаю, 27, где-то 29. Только Яндекс еще пишет, что ощущается как 33, я не знаю где. Так, мы узнали вот про это кафе наконец-то. Оно работает с 12 до 3, и там такой снэк-бар, картошка фри, наггетсы и бургеры. В общем, такое детское меню. Правда, наш котик не ест бургеры, но картошку фри все дети, я думаю, с наггетсами едят. Если не знаешь, чем накормить ребенка, дай ему картошку фри с наггетсами. Видишь, Жень, никого нет. Давайте в гамачках покачаем. Так он мокрый. Ты будешь мокрая вся. Эх, какой видок. Красиво. Осталось 15. Где? Там молния. Класс. Ну, она туда сдвигается. Вот это надо срочно снимать. А сюда, если будет нормальная погода, не будет затяжного. Ну, фоточку надо здесь красивую сделать. С лампочками. А тут бугенвилле сдохло. Не встало. Усохло, да. Вот с этим прекрасным видом надо будет прийти. Фоточку сделать обязательно. Вид, конечно, распрекраснейший. И самое главное, мы наконец-то видим море, где практически полностью отсутствуют волны. Поэтому вечером, если солнце вылезет обратно и станет опять жарко, то мы залезем еще в море. Ну или завтра уже. А Женя уже пошла в Rixi Club делать печеньки. Так что я говорю, очень волшебное место для того, чтобы приехать отдыхать с семьей. Конечно, бюджет соответствующий за всю эту красоту и комфорт, но прям класс. Если есть возможность, Rixi с Бельдиби мы настоятельно рекомендуем. Очень хорошо все. Прям очень все хорошо. Так, против света фигово. Против света не буду снимать. Отель класс, номера хорошие. Еда отличная. Барчик нам понравился. Тебе понравился барчик? Основной. Как-то нет, очень... мы сейчас снимаем такое видео, чтобы нас позвали бесплатно, так что... Ну тогда без... В общем, барчик тоже хороший. Отличный. Вот, там очень быстро готовят коктейли. Нам понравился кофеек холодный. Прям на жаре у Басика. Очень душевно. Вот в линейном лучше все это смотрится, но камера быстрее перегревается, поэтому я на широкий угол в основном снимаю. Очень симпатично здесь, конечно, ничего не скажешь. А вот и котейка. Один из миллиона маленьких пушистых, которые здесь шныряют. Это я в первый раз. Киса. Чего? Я не пристаю. Котов тут миллион. Пока мы тут ходили с мамой по территории, снимали,
Женя испекла нам вкуснющие печеньки. Так что от детского... Мы тут немного уже поели. От детского клуба одни сплошные плюсы, да, Жень? Угу. Что, и поесть можно бесплатно? Печенек-то. Дайте, я доем. Это очень вкусно. Дайте мне маленькую. Вот эту. Что, нельзя? Mm-mm. А что это? Mm-mm. А какую можно? Mm. Я такую огромную не хочу. Можно эту? Mm. Отломаю. Это сердечко с котиком. Да, там был котик. Да? Это сердечко с котиком.